Еще один день прошел. Рыжий, короче, на этого козленка посмотрел, подошел так, посмотрел на него. Мол, что за дела? И носом тыкнулся в это стекло. То есть Черныш. А вот зайчик, Черныш, не видишь? Зайчика. Они еще умудряются разглядывать, что за окном. Удивительные собаки. Собаки просто удивительные. Пантера. Пантера витрин разглядывает, ну надо же. Да, и она так вот смотрит. Как он на корову гавкал вообще. Азбука корова. Макет. Упрямо так тупо стоит и гавкает на нем. Маргейт отходит. Гейт отходит. Но это опять же, это сумасшествие. Люди вышли. Ближе к вечеру поболее людей стало. Короче, вот они со мной идут вот по набережной. Люди так смотрят на них. Ну что за фигня? Ходят какие-то собаки, так это вальяжно, посередине набережной идут такие. Без ошейников, без цепей. Да, Черныш? Все удивляются, вообще в шоке. Скажи, учитесь жить, Черныш, как я. Отдыхаю, гуляю. Не хейтю. Ну, вот они как ходят у нас тут. Что один, что другое. Есть хотите? Прошу. Яичница с сосиской пеклоном, жареной картошкой, домашней печенью и соусом венгерским. Барбос спит, лежит. Черныш пошел проведать его. Побежал, Черныш, молодец. Да,
где Рыжик? Рыжика что-то потерял я из виду. А, он Рыжик. Собака с какой-то знакомится. Я вообще-то домой иду. Рыжик тут подбежал ко мне, а он сидит. Черныш с этим, с Барбосом не идет он с ним. Я хотел, чтобы он дома побыл еще, пока кашляет. Хотя он нормально, он даже уже почти не кашляет. Теперь Рыжик кашляет. И Рыжик к ним подбежал. Короче, пойдет, не пойдет. Он знает, что делать. Он по всей набережной везде сейчас со мной гуляет, а сейчас он... Вот, что-то они бегут сюда. Что, Черныш, ты идешь домой, нет? Ты домой пойдешь? Чего ты картонку там трогаешь? И Барбос пришел. Короче, я пошел. Рыжик, идем. Пойдет, не пойдет. Что-то море волнуется. Вообще-то штормовое предупреждение было. Пришел? Ну вот. Иди с Рыжиком вперед. Идите, дайте отдохнуть от вас. И Барбос тоже идет. Иди, умать. Красиво так сделано, беседочки такие театральные, кафе, ресторан, кафе, заборчик такой красивый, трава там посажена, все классно. Кипарисы. Ну почему не все лавки покрасили? Две покрасили, остальные лысые. Вот это вот и... Здесь яблоки, по-моему. Нет, цветы, гора Айпетри. Клоун какой-то ходит. Дуру гонит, короче. Дуру гонит, короче.
Раз. Музыка играет, поэтому говорю. Раз. Хочу показать здесь сюда. Интересно, такое место сделано для селфи. Здесь постоянно это, с голосом поют, поэтому за YouTube заблокируют, но хочу показать это место. Красиво. Черныш, как тебе травка? Травка просто шикарная на 11 декабря. Там дискотека уже вовсю идет. Вот и получилось у нас в обед набережной, да? Днем и вечером. Люди есть. В кожаных шортиках ходят. Так что все ништяк. Пугубкин памятник на месте. Действительно, штормик начинается. Заволновалась морица. Было написано с 10 на 11, но... с опозданием. Красивая волна. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.
А, так ты же говори, руководишь. Я же говорю. Нет, тут света нет, там что выключите? Я, короче, иду с собаками домой. А вот появился вот эта собака, короче, тут раз рыжика, короче, укусила. Вот эта собака. Вот это вот. Он на Пальмире Тольятти ходит. Видите, как он смотрит на меня, волчара дикий. Как вредный попалась тетя, блядь. Доказывает, что эти собаки хорошие. Такую хрень несет вообще. Не ходите здесь, так говорит, со своими собаками. Я говорю, это собаки. Это твоя собака на их территории приперлась. Что ты гонишь, говорю? Такую херню несла. Сейчас я не вытерпел, ушел, короче. Сначала я с ней разговаривал по-нормальному. Потом меня просто тряхануло, блядь, от ее слов. Видите, потерялись эти мои собаки. Увидели вот этих. Одна там чпошница, а второй вот этот злой такой. Она говорит, он не злой, говорит. Ну, понесла нам. Бля, теперь я собак своих потерял из этой. Из этой собаки, из Пальмиры. Я хотел бы ее как-нибудь наказать, чтобы Барбос, то есть мой этот рыжик и Черныш ее в одну, это, одного поймали и это, ему дали, короче, пиздюлей, чтобы, блядь, тот знал их. На Пальмире, где бы они ни шли, чтобы тот черт знал их. Я так хочу сделать. Теперь вот не найду никак их. Блядь. Я когда подошел к этой собаке, она говорит, не подходи к этой собаке. Я говорю, почему? Она кусается. Я говорю, ну вот, а вы говорите, у вас собака хорошая. Мои, говорю, уличные собаки, говорю, они людей не трогают. А твоя, значит, и людей еще кусает. И ты говоришь, это нормальная собака, ни хера себе. Мои собаки только единственное, в чем не правы, это вот прыгают на машины и кошек гоняют. Остальные не, в остальном они очень даже хорошие собачки. Просто я их так ставил, смотрел, чтобы не попадали. Теперь я их не найду, представляете? Поэтому он так влияет примерно. Но если мы его сюда выдвинем, то получится. Ну они может это. Там впереди где-нибудь, не знаю. Это уже домой пришла, как ее, кудряшка. Вон она в магазине лежит. Улица Боткинская. Через мост улица Гоголя. Мы по Пушкинской идем. А эта собака, короче, она вот здесь вот направо, метров 50, и влево идет улица Пальмира. Вот там она живет, вот эта собака злая, которая кусает всех собак. Нету моих собачек? Нету. У меня уже сил нету ходить, бегать, искать. Да найдут меня, крайняк. Придет домой, рыжик дорогу хорошо знает, сколько раз уже один приходил. Пантера с ней по-любому тоже придет, потому что... Смотрите, какое небо красивое. Вечером ништяк вообще так. Вечером выходить сюда, гулять, а не днем. Вся тусовка вечером тут начинается. Все выходят.
Пушкинская, очень красивая улица. Все тут работает, кафешки, магазинчики, все освещается. Вы понимаете, эту улицу мне всегда охота вам снимать ее. Я сколько по ней хожу, и она мне вообще не надоедает, эта улица Пушкинская. Она вся так светится, все так чинно сделана, плиточка, ну как набережная, Пушкинский бульвар. Вот. Поэтому не могу не включить камеру. Ну да ладно. Вино мы не пьем. Пойдем в пуд. Пуд. Еще пантера, в принципе, уже выздоровела. Пусть с барбосом будет, короче. Он даже сегодня не кашлял днем. Рыжик болеет теперь, кашляет. Я так и хожу, хромаю, короче. Так и хожу, хромаю. Так и не проходит у меня нога, короче. Все по 10, даже рекламируют на плитке. Собачки. Ну что, собак нету моих. Да придут, короче. Придут, дорогу знают. Короче, я стал замечать такую фигню. Вот хожу весь день, снимаю. А кайфа нету от того, что я... Вроде я же хожу, отдыхаю, да? Как бы. А отдыха что-то нет у меня. Как-то вот непонятно почему-то. Остановка Спартак. Сейчас на девятке поеду, который около дома останавливается. Троллейбус. Одну остановку не доезжать до дома. Фух. Блядь, в натуре устал ходить. Что это? Вот почему мозги мои не отдыхают? Я прихожу с набережной, а у меня наоборот загруженность какая-то. Не отдыхая, башка моя ни от чего почему-то. Что это? Кто может сказать? Вроде день сегодня хороший, солнечный, да, как бы должно и настроение быть, и... а настроение не активное, башка еще кружится. Блять, собаки потерялись еще. Вообще раздражительность появляется под конец дня. Это так, знаете, меня напрягает, блядь, я сам злюсь на себя, я ничего поделать не могу, как будто мной управляет там кто-то сверху. Какой-то раздражительный становлюсь, какой-то психованный, блядь, все раздражает, вот это меня так подзаебало, блядь, честно говоря. Я же говорю, да, вот, вроде, что меня сейчас, меня никто сейчас не, это, нервы не делал, ну, это бабка-собака попалась, да, это херня, то, что она там пробормотала.
Ты вообще ни о чем. Никто меня не ревяк делал с собаками, гулял, вроде все нормально, море, да? А что, почему вот так, блядь? Ну ладно, всем пока, всем до свидания, всем здоровья, всем вам. Нет здоровья, блядь, жизни нет ни хера никакой, блядь, как у меня. Ходишь как робот. Одни глаза, а тела нету, блядь. Психическое, невролатическое расстройство, что ли это, блядь.